очередь, оно потому что приготовлено и быстро портится. Яблоки. У нас же вода есть. А тут колонки нет? У нас вода есть. У нас. Своя вода. Жалко свою так... воду. Саминку надо. Поплюете. Да. Ну улетит-то будет. Давай. А саму-то? Саму-то тоже надо снять. Там вкусно, смотреть кусками короткими, снимай. Ну, так я и хочу. Все хочется обратно. Нажала? Нажала, ты не видишь ни рук. Снимай. Че, он поворот замигал? Я вижу. Снимай. Ну, снимает еще. Не вижу. А ну, бери руку. Ну, батарейка существенно села уже, здесь индикатор стоит. Хибар, ни хрена их не будет. Это, как этот населенный пункт называется? Почему-то недалеко от Курган. А? Ну? Да не дергай камеру. Вот, вообще не дергайся. Вот сидим тут. А тему не слышно будет? Вокруг две свадьбы. Там свадьба, там свадьба. Хорошо. Весело. Эй, поставь на сиденье камеру, чтобы она не дергалась. Все равно дергается. Шофером, то ли в тесном купе, я мотаюсь по жизни, по великой стране, позади километры оборванных струн, впереди миражи неопознанных лун. Еду, 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 еду я. Видел я вчера в твоих глазах. Шар воздушный, глобус в небесах. А я еще не снимала. Че? Да я покрупнее их хочу снять. Thank you.
ЕГЭ. Дымится. А вот так вот Вова отдыхает с Лидой. Где там Лида? Вот она прячется. Ухана Лида. Вот так вот. Ходи тут вокруг-то. Походи мимо камеры. Мне дали указание ходить вокруг. Мордово. Что такое Мордово? Это село или что? Это большой вот, населенный вот, пункт. Вот в этом большом населенном пункте такая красивая церковь. А это я. А вот тут некрасивая какая-то. Или что это такое? А меня не надо снимать. Вот церковь снимает. Ну все, хватит, поехали. Так, подожди, что ж я это? Так, что-то я полезу сюда. Сюда я полезу. Что-то у меня тут. Тут мне нравится. Ой, вдруг темно. Я тебя зарежу, убью за то, что машину обозвал. Меня оправдают. Судьи поймут меня. Я такую задницу спрашиваю, зачем? Зачем тебе снимал? Вот, мы въезжаем в город Ростов-на-Дону. Скоро в Елец. Вовочка изображает из себя крутого гонщика. Да, мы вообще едем в 60, потому что... Чуть не убил меня. Ты чё? Ты чё? Давайте с ним, как ты возмущаешься. Давай, снимай меня. Только отдались сначала. Как отдаляется? Оно что-то не двигает никуда. Ну все, значит, отдаленно. Приезжать не надо. Вот только что мы въехали в Ростов-на-Дону. А вот эта вот уродина, она забыла снять табличку. Я не уродина, а красавица. Чтобы ты Ростов-на-Дону. Как собака. Мы же даже не Нажал. Что надо делать? Где дальше? Как я сделал? А ты отдали? Я не знаю. Отдали. Так я не понимаю, где отдали. Ну, наверху книгу. Так я жму, не знаю, куда она. Ну, там же... Ты же не удаляешься. Ну, говори. Удалился? Не знаю, да. Вот мы находимся в городе Мариуполе. Часа полтора примерно поставили на таможню. Это вот город Мариуполь. Это, конечно, не центр его. Вот, улица какая-то примерно. Едем по дороге из Мариуполя в Мелитополь. Дорога паршивая. Вот сними дорогу. Покажи дорогу. Вот. Из-под передней машины видно, как она асфальт пылит. Вы можете себе представить? Пылит асфальт. Вот. Вот, едем, значит. Едем по Украине. Камни летят в лобовое стекло. А я что-то не вижу. Меня снимают. Да ты-то зачем? Да ты потолок снимаешь, если. Ну выключи. Вот она дорога. Если ты пыталась снять. Ну не говори, ну снимала потолок. Вот она дорога. Вот сейчас уже более-менее сейчас так пошел. Вот это вот Лида. Вот она. Не снимай. Вот она. Не надо, не надо пальцами трогать. Вот это Лида в очках сидит, дура. Не,
Нет, быстро. Она умная, хорошая девочка. Вот, вот так вот. На, Лиля, меня снимай. А это я. Украина строит захватнические планы. Дорога на Мелитополь. Пригороды города Джанкоя, канал из Днепра, вода пресная. Да, это канал, в нем вода, она жидкая, H2O. Лида, ты формулу знаешь? Воды? Это воды, или на 60. Труд облагораживает человека. Пожалуйста, дальше продолжайте. Что дальше продолжать? А, женщина это не человек. Женщина друг человека. Но не лучше собаки. Да, собака лучше. Собаки нету. Работайте, молодой человек, работайте. Работайте. Поздно видел. Что, перестало у тебя? Это пролив лимон. Это уже все, это межгодное. Да, это межгодное. Да, едем. Какой у тебя билет? Я ребенка не встретил. Ну все, заезжайте. Давайте познакомимся. Это моя сестра Ира. Это Ксения, Андрей, Ксения, и Володя. Володя, очень приятно. Заезжайте, сворачивайтесь. Ты куда? Ты чего? Мы так изволновались, мы уже все нет. А чего вы когда заезжали? Ты кремом? От загара. От загара. Перед... Ну куда? Мамочка, иди сюда. Я уже видела пистолет. Ты пойдешь купаться? Да. Какие-то бандиты приезжали на большой машине вот с этим мотоциклом.
сюда. Причем тут толстые. Вот такие. Да, сами себе катались. Вот какая красота. Раз волны. Сами себе. Люди подходили. Девушки впереди них, кстати, есть. Почему меня не позвали? Я звали, охренеть. А вот это вот трава полынь. Говорят, от моря помогает, можно нарвать домой. Да полынь, знаешь, тюмени намало. Да? Она там, кстати, намного больше. Черная.
Посмотри. Не пробуй. Еще за духом воняет. Следует. Ну, ничего, хорошо. Не, мне дайте попробовать. Все. Мы в этой зоне. Да. А мы искали камеру. И тут же такие, да мы камеру искали. И шмыгли с комнаты, а камера такая же. Камеру искали. Нет, надо говорить. Идите там, сейчас. Там... Нет, я правда испугался, я как шуманула не дастся. Нет, надо говорить это самое. Надо говорить, что да. Так я не боюсь. Что-нибудь она делали. Она меня била, между прочим. Когда? Да. Вчера? Это когда побежали. Вчера, пожалуйста. Один раз шоу хочет потом. А, нашел, все, хорошо. Здесь один раз не было. А чем кормить это? Люди гриппалом. Ау. Снимается со звуком? Да. Там самсун звонит. А? Там самсун. Вон он взял. О, такой кофе пьет, все вино. О, кофе. И я кофе пью, вино с мошкой. Это не уже поздно.
Не морщи лоб. Что ты читаешь? Год отвести. Наелась арбуза? Да. Наконец-то. Какой краник открывать? Тут два краника. Он милиционер. Был бы один краник, было бы проще. Не хрызгайся. Скажи, что время-то? 2 часа дня было. 2 часа дня? А что говорить-то там высвечивается? 14:07. Чуть-чуть. Скажи что-нибудь, Анька, поздравь Юлю. Я буду громко читать, и вы будете запоминать и говорить почем. Бутерброды с черной. Аня! Ой, что я спутаю? Как ее? Юля. Юля? Когда ты заплакала, то взяла? Помадки взяла. Не уходи. Салаты не смотри. Что ты там начала? Я посмотрю. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Начиная с рая. Не, так с... Варёное, что-то какое-то.
Владимир Иванович в пьяном виде купается. Пьяным. Я искупал. Ты в потуре. Вовочка, я упала на чужую машину. А там уже ручкой машут. Да. Ира там еды не взяли подводные лодки, крейсера. В связи с распадом Украины ничего этого не осталось. Остался тут пароход, видел там пароход? То есть травы. Подумай о том, что дожди на планете не вечны. Будет снова. Куда их ложить-то?
субботник. Крымский субботник. Крымский. Еще много. Шел. А? Пузырь надо давать или что? Не знаю. Трубы газовые. Ну мы потом все сразу. Коврик потрусить нам надо красиво. Учись у Вовы. Учусь я вот на видео и записываю. Надо еще свой. Давай объясняй. Главное, чтобы был шум. Чтобы слышно. Чтобы ковер был. Не обязательно сейчас пакет нет. Можно сейчас сюда, например? Нет. Можно сюда? Не тот шум. Лиза пошла за вином. Да. Первый и последний раз. Вот-вот-вот, снимай. Как он? Голову. Беби. Идет, товарищи и труженики полей, идет активная подготовка к приготовлению вечерних шашлыков. В связи с 65-летием освобождения острова Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня новость. На сегодня показ новостей закончен. Новости все. Смотрите прогноз погоды. Ну давай, обычно же девушки же прогноз погоды говорят. Говори. Прогноз погоды говорить? Да. Давай я тебе буду показывать. Воды 26 градусов. Температура воды 26 градусов. Температура воздуха минус 5. Температура воздуха минус 5. Советую всем жителям Крыма находиться в воде. Дура! На улице холодно. Зачем? Уберите эту тупую дикторшу. Другую давай. Всем воду. Всем воду. Воду всем. Сейчас принесу 1.5 литра вина и передачники. И пойдем в бар сегодня. Кстати, в бриз. В бриз, да. В бриз пойдем. Надо менять места. Другой. Это элитный бар. Да, это элитный бар. Мы для персон. Да. VIP. VIP. О, Вова. Вот принялся. Этот парень, он работает от Мамеда. Юра Косенко, он знает. Все нормально. Ситуация подходит. Идет полным ходом. До часа чьей минуты мы осталось совсем немного. Не говоря уже о секунде С. Чтобы мы без прицепа снять, сейчас надо померить. Посмотри. Вора, говорят, посмотри, вот посмотри, как. Вот отсюда вот и до сюда. Да зачем? Вот по 3 кусочка. По 3 там мало, ты что? Надо помирить. Чё? Вы померили? Вы плотно не делайте. А повара говорят, нет. Ведущие повара планеты. Давай плотно не будем делать. Продемонстрируйте, девушка, пожалуйста, полуторалитровую бутылку пива. Не, ну чтобы за один раз все вместилось. Говорят, если плотнее, то будет сочнее. Да, на такую бутылку, сейчас на древние дырочки проделаю. Ты лук можно кушать? Не выкидывай, я уже его. Его можно надо в тарелку выложить. Давай тарелочку выложим.
Ну так бегите ты лучше. Я вижу, что костом занимаюсь. Я не вижу, ты стоишь здесь. Гумом, ладно. Лук готов. Подлива готова. Помидоры готовы. Нет, не буду. Давай, Ксения, потом глянем. А запах? У вас есть что сообщить? По поводу приготовления. У нас есть сообщить то, что кто-то делал бутылку, делал очень маленькие дырочки. За кем? За Народной Республикой Крым. Автономной. Автономной, да. Надо же не народная, а антинародная республика. Следим за процессом приготовления. Страсти кипят. Лампочкой двигаешь. Какой-то сложный процесс съемки. Да, комбинированные съемки. Это самое популярное пиво на побережье. Совместное черниговское, бельгийское. Вот уже готовые печеные помидоры. А вот печенек. Печник. Не знаю, я там. И приготовила. Да? Ну, все, что это? Я не думаю, что сын голодный. Вот это уточка сюда. Да я объелся уже. Нет, шаги, кстати, лучше, чем мы получили. Блин, ну, хороший. Ну, а что оно мигает? Тапиент. Сейчас разваляется скамейка, сейчас скрипит. Чего холостую-то прыгать? Ага. Ну не прыгай. Какая-то циничная Лида. Да. А в смысле? А что ты в каком-то смысле имела в виду? Да. Что значит холостую? Да. Что значит не в холостую? А, Лида? Она... Смотри, не в камеру, знаю, отвечай. Да, отвечай давай. Ну как, ты же сказала с каким-то смыслом. Да. Смысла, если не голову. А что значит в холостую? Не оправдывайся. Да. Бумажку напиши здесь, правильно. Это мы заказывали.
самое мало. Это Ксения или Лида? Песня звучит по заказу для Ксении и Лиды. Лиды. Я научился, я на упа, я на упа, я же не научился.
Идут последние приготовления. Когда? Ну ты в Москву не будешь жить? Да. А он что же большой? Вот и остались мы одни. Что ты говоришь? С вами-то мы встретимся. Да, конечно. С вами-то мы встретимся. Две порции. По три. Потому что у нас стоит 3,50, у нас денег поменьше. Смотри на себя, сними свое пузо. Самый красивый, самый хороший, самый милый. Какая ты сила. Тебе может принести помельче лом? Помельче лом. Энергичней, энергичней. Вова работает шашлычником за 1 гривну. Да, деньги кончились. Я не трогал, я не туда ломал. Я даже не знаю, где крутить. Сразу попрошу, чтобы это ломать. Не снимай это. Вот я костер побегу. Так долго она искала. Наконец нашла. Я от нее прятал вино. Она все время его находит. Ты в одной же жизни. Вова, ну говори что-нибудь. Комментируй. Кошка съела шелков и умерла. Сейчас я дал попробовать. Вообще уже обнаглел. Перестань. Покажу. Дай спокойно думать. Она может привезти? Кто? А, хлебничка, но да. Могу быстро в сумку все складывать. Возьмешь. Хлеб. Не хочу я.
Девчонки, вы чай пить будете? Да, да. Я тоже. Она заходите. Идите. Вроде хохлы, какой вам чай-то? Уверенно. Хоть хохлы, но обещаем. Алкоголь. Ты сначала эту задели. В гараж отвези. В гараж отвези. Я почему, я же прихожу, просто поздно. Ты конфетки были. Какие? Лида сразу заспала. Такие. Да чашек дофига больше можно принести. Ой, уже есть вот его. А я ему ее и оставила. Так. Ешь конфету, сиди. На. Так там, вон стоит. Предложи гостям. Нет. Нет. Извините, подвиньтесь. Не, а вы, дядь Коля, чай на ночь уже сделали? Вы сначала сделайте. Нет, мы можем, что мы чайник потом не закипятим. Да, а не будет это. Воды. Там еще вино есть. Ты чего никому не предлагаешь? А может, кто-то вино хочет там продать? Просто от него голова болит почему-то утром. Плохое вино. Меньше пить надо. А не литру на одну, на одного человека. За целый день или за раз? За раз за вечер. Вот сел и... Сесу. Так вы, наверное, все и выпили сыра. Что ничего не осталось. Фейра только вспоминает. Да. Да? Я неделю попила. Говорит, месяц не пила. Угу. Нет, пришла два раза к нам сухарь. И не поели, она доела. А тут я все время не доставала. Дети поедят. Нет. Кажется, не хватит, что вода. Вова, к концу следующей недели мы уже отдамем. Хочешь ты или не хочешь? Вот и без сахара попить, да, Лёша, с мамой? Вот тебе. Говоришь, что это прощание. Союз Виктам. 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 Симферопольская водка изготовлена из зернистого спирта. Обладает мягким вкусом. Продукт Украины. Вот. На последний ингредиент. Сегодня 31 сентября. Августа, Вова, августа. Августа. Ну мы рассчитываем пробудить до 31 сентября, потому что нет ни гривен, ни денег. Ну не так много за раз. Пойдем. Горилка, мисто Симферополь. Вот я волну. Тебе что-то обмочил? Вова, ну-ка нырни в море. Вова, ныряй уже! Вова, больше радости! Бодрее, бодрее входим в воду! Ну во, не мати меня! Мы вот сюда ломанулись. Вот так вот, по вот этой дороге. Вот, мы проехали Ботаническое. Вот тут вот оставили Раздольную, вот так вот въехали. А меня нельзя попросить, да? Ляда, просишься? Почему? Ты даже не предложила. Мне интересно.
Какой цвет горит? Красный там. Что надо отдалять? А на прощание чернобровочка, как подержи за ремешок. Это узкая гэс. Смотри, Волга. Только все так трусится. Тем, кто мигал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом. И так любит резко рвать, ртуть упала, и листва за окном шелестеть перестала. И в твоем подогне шерстяным одеялом остаёмся. Вот так Владимир Иванович проводит отпуск. Сутками сидя за компьютером. Ну-ка, Вовочка, прокомментируй. Пора надрать кому-то задницу. Неправильный комментарий. Тебе, наверное, и надо. Отпуск. Остальные бутылки успел вынести. Своими сутками стираюсь. А Вова так и сидит. Нисколько не изменив положение. Вова, ну-ка. Ну, Вова, повернись, а то не видно, что это ты. Улыбайся. Бойки, престижные, экологичные.